добро пожаловать. Вижу, что тут у нас полно знаменитостей. 17 из программы «Добрый вечер», двое из часа пик и один из момента истины. Но меня, джентльмены, это мало щекочет. У нас на борту свои правила, их надо выполнять. Совсем как в детском саду. Руки не распускать, рот не открывать. А если кому-то из вас захочется блажить, на вас найдется управа. Фу, пошел ты, легаш. Упакуйте этого фашиста. Испортил мне настроение. Правила надо выполнять. Да. Если будет хоть намек на базар, если кто из вас хотя бы пукнет мне вслед, предупреждаю. Ваши яйца тут же перейдут в мою собственность. Ты известный преступник, друг. Да, меня зовут Джонни 23. А, ты Джонни 23? Конечно, я тебя знаю. Ты был осужден за 23 изнасилования. Смотри, по одному сердцу на каждую из моих 23 сучек. Меня бы назвали Джонни 600, если бы знали правду. Это уже не так красиво звучит. Ушли двое, пришел один. Я не виноват. Мне можешь не рассказывать. Большинство убийств совершается по необходимости, я это знаю. Лишь великие убийцы убивают для наслаждения. Прекрати! У меня нет ничего общего с ними и с тобой. Вы все ненормальные! Так что заткнись. Это так, семантика. А разве нормально вкалывать каждый день в одном и том же офисе, чтобы вылететь оттуда лет через 50 и закончить жизнь в доме престарелых, надеясь умереть до того, как начнутся трудности с мочеиспусканием? Вот это тебе кажется нормальным, да? Ненормально убить 30 человек. Я считаю. Была девчушка, я вместо шляпы надевал ее голову и ездил. Сегодня день рождения моей дочки. Пожалуйста, оставь свои откровения при себе. Мой отец умер в день моего рождения. Меня вырастили Достоевский и Фридрих Ницше. Когда мне было 12, мать отвела меня к ясновидящему, который сказал, что в прошлой жизни меня ударило по голове кинокамерой, и я умер, не помня собственного имени. Он сказал, что из-за этого в этой жизни у меня будет аллергия на кино. Он, наверное, меня с кем-то перепутал. Я кинорежиссер. Да, мам. Да, я получил посылку. Да, спасибо. Да, я принимаю витамины. Да, чувствую себя намного лучше. Работаю над сценарием, да. Но меня уволили. Ну, ты знаешь. Это на самом деле неплохо. У меня появилось больше времени, чтобы работать над сценарием и встречаться с людьми. Да, мне опять понадобится помощь солидной платы. Не могла бы ты? Спасибо. Послушай, это будет подарком мне на Рождество, договорились? Нет, не дари мне ничего. Просто это будет подарком. Готовы? Давай быстрее. Анжелика. Анжелика. Ты бы могла стать звездой моего фильма. Это красота и изящество. Ты превращаешь эту кофейню в храм. Everything in here becomes holy. Все здесь становится святым. I could sit here for hours. Я могу сидеть тут часами, заказывая одно святое кофе за другим. У тебя, Анжелика. Мне нужны деньги в пятницу, понял? Да, конечно. И скажи мне, урод, может ли слепой снять фильм? Что? Да, может ли слепой снять фильм? Давай, проваливай. Да, вперед. Этот фильм, он черно-белый или цветной? Я не знаю, я не вижу. Давайте, смейтесь, наслаждайтесь собой. Однажды, вот увидите, вы окажетесь в моем сценарии в невестном положении. Однажды, когда я вернусь сюда на лимузине, чтобы поностальгировать о годах своего становления, они уже прилепят табличку на стене этого грязного здания со словами «Адольф Ролло жил здесь». Туристические автобусы будут медленно проезжать, толстые немецкие туристы будут трястись над этими руинами. В супе. Mm-hmm.
Вот успех, малыш! Слышишь? Успех! Кто-нибудь наберите 911! Что это было утром? Фрагмент астероида. Насколько большие? Это все цветочки размером с баскетбольный мяч или автомобиль. А насколько крупный сам астероид? Он размером с Техас, господин президент. Куда бы он ни упал, он уничтожит все живое на планете. Половина населения погибнет от тепловой волны, а вторая половина в результате термоядерного похолодания. Конец света, как предсказано в Библии. Так что он пикчес представляет? Удар извне ничего не даст. То есть мы взорвем его изнутри? Как? Пробурим скважину. Нужен лучший специалист по бурению. Брюс Уиллис, правительство Соединенных Штатов, поручило нам спасти мир. Мы войдем в историю. А нас будут легенды складывать. Я согласен. Я с тобой. Куда я денусь? Я хочу вас заверить, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить катастрофу. Мы преодолеем все трудности с присущей нам отвагой. Руководство дает добро на запуск. Управление, добро. На старте, добро. Игорь, у нас тут 4 миллиона фунтов топлива, ядерная бомба, а на остальные детали им, похоже, денег не хватило. Круто, да? Ну что, поехали? Итак, джентльмены, вы наши отважные воины. Вы уже герои, так что расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Сегодня взоры всех жителей планеты устремлены на этих храбрецов. Добро пожаловать в космос, астронавты. Очень кстати, я уже почти час не блевал. В самые тяжелые времена теперь нам остается только молиться. Хьюстон, это самый крутой полет! У каждого есть возможность проявить себя. Тачстоун Пикчерс представляет Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Лив Тайлер, Бен Аффлек, Уилл Пэттон и Стив Бушеми. Держитесь! Скорее сюда! Там мой отец! Папа! Не беспокойтесь обо мне и моих ребят. Мы знаем свое дело. Армагеддон. Twentieth Century Fox с гордостью представляет фильм, открывший Нью-Йоркский кинофестиваль в 1990 году. Авторы картин «Просто кровь» и «Воспитание Аризоны» представляют мир, где верить нельзя никому. Лео. Он все еще босс? Как только я откажусь от борьбы, я сам отдам Каспару весь бизнес, этот город и мое место за этим столом. Каспар, у него хватит сил? Мне надоело терпеть твои выходки, Лео. Я хочу получить свое! Том, он готов продать друга? Не связывайся с Джонни Каспаром, ради твоего же блага. Я все еще способен уложить на лопатки любого в этом городе. Кроме тебя, Том. Я рад. Верно. Она возлюбленная Лео? Что ты сказал, Лео?
Сказал, что ты шлюха, и ему пора тебя бросить. Мы все можем быть друзьями. Ты, я, Лео, датчанин. Знаешь, кто я? Датчанин. Он знает правду? Ты бросила Лео ради того, кто пустил пулю в твоего брата, Берни. Он изменит ход игры? Не умничай. Я хочу, чтобы ты корчился. Чтобы ты страдал. Докажи, что ты мой друг, и отдай мне Берни Бернбаума. Томми, зачем ты так? Ты не убиваешь людей! Так нельзя, Том! Я хочу жить! Бывали передряги и похуже. На то были причины. Ты же сказал, тебе плевать на Лео. Я сказал, что с ним покончил. Это разные вещи. Я говорю о дружбе. Говорю о характере. Я говорю об этике. Альберт Финни, Гэбриэл Бирн, Марша Гей Харден, Джон Туртурро. Я не хочу умирать в этом лесу! Я не животное! Я не хочу! Он все еще жив. Думаешь, я тебе поверю? Нет. Ты всегда таким был, Том. Лживым и бессердечным. Верить нельзя никому. Все вверх дном, все наизнанку. Перекресток Миллера. Я сидел в баре, и тут вошел он. Лицо его видел? Лицо? Нет. Он все это время держался в тени, и казалось, лампы вот-вот осветят его лицо. Но нет. Словно свет тускнел специально для него. Для кого-то он одиночка. Я знаю, кто ты. Да ну. Ты убиваешь драгдилеров. Они убили мою любимую. Они отняли у меня жизнь. Для кого-то он миф. Вы слышали о человеке, который носит с собой футляр для гитары, набитое оружием? Найти его и убить. Надеюсь, ты понимаешь, что с Бучей тебе в одиночку не справиться. Да ну. Но ошибкой было бы считать, что он блефует. А в футляре у тебя что? Гитара. Настало. Пора платить по счетам. Сыграем. Клево. Отчаянный фильм Роберта Родригеса. Джоэл и Итан Коэн представляют. Стоп тебя! Я... Джерри Ландегар, тачка есть? Новенькая Сьерра цвета жженой умбры. Мы похитим твою жену? Ее отец сказочно богат. Ну так попроси у него денег. У нас с ним личная неприязнь. Личная, значит? Милая? Уэйт, это Джерри. Не знаю, что делать. Жена, надо поговорить. Тут такое. Боже. Какой ужас. Запрос на розыск Сьерры. Номер начинается на ДЛР. Не могу на 100% согласиться с твоим выводом, Лу. Скорее, у машины номер автодилера. Боже! ДЛР. Нет, никаких копов. А вот и второй. Итак, полицейский остановил машину. Машина новая, сэр? Точно, офицер.
Еще пахнет как новое. Началась погоня, потом перестрелка, и все закончилось расправой. Миллион — огромная сумма. У них моя дочь. Привет, милый. Я тебя обидел, Марджи. Это что, червяки? О, да. Смотри, какие. Как джин. Кто это? Моя жена. Тот, что помельче, такой чудной был. Так вы занимались сексом с тем, что помельче? Ага. Мистер Ландегард, можно присесть? Тяжело за двоих стоять. Где Джерри? Деньги ты получил, где моя дочь? Боже. Пролилась кровь, мы хотим все 80 штук. Я ответил на все, я же сотрудничаю. Не надо со мной огрызаться, я выполняю свой долг. Вы во что такое ввязались? Полиция! Фарго. Итак, что еще можете о нем сказать? Он не обрезан. Да ну... Далеко на западе жил мужик, о котором я хочу вам рассказать. Звали его Джефф Лебовский. По крайней мере, так нарекли его любящие родители. Сам Лебовский это имя не жаловал. Обычно он представлялся как Дюдя. Именно так. В наших краях никто сам себе такую кличку не навесит. Дюди на сельском жаргоне означает «конский член». Но я вообще много чего не понимал в Дюди. Например, почему он жил там, где жил. Хотя место, надо сказать, интересное. Гони монету, Лебовский. Где деньги, Лебовский? Бани сказала, ты богаче. Где баксы, Лебовский? Где баксы, Лебовский? Где гребаные баксы, козел? Где-то здесь. В толчке. Сейчас поищи, минутку, подожди. Не умничай. Твоя жена задолжала Джеки Трихорну. Значит, и ты должен Джеки Трихорну. Вот что бывает за упрямство. Стой, не надо. Только не на ковер. Ну, нравится, Лебовский? Вы обознались. Я Дюдя, парни. Ты Лебовский, Лебовский. Твоя жена Банни. Моя жена Банни? У меня тут обручальное кольцо? И дом на берлогу женатика похож? Видишь, тульчак, понял? Ву? Да. Он вроде должен быть миллионером. Мать твою! Да, что скажешь? Похож на обычного лоха. Я-то хоть ссу в толчок. Черт, зря время потратили. Ну, дружил, козел. Смотри, как я сегодня бросаю, чувак. Дорогой был ковер, да? Да, и главное, комнате очень подходил. Главное, что дорогой. О чем вы, чувак? Ты слышал, что он рассказывал Донни? Что? Слышал, что он рассказывал? Я играл. Вот и не встревай, Донни. Большой Лебовский. У каждого пса есть свой день. Стоять! Теперь это ваши имена, ясно? Мистер Черный, мистер Белый, мистер Розовый. Почему это я мистер Розовый? Да какая разница? Ну да, тебе легко говорить, ты мистер Белый, такое хорошее имя. Пошли работать. Шесть незнакомых людей. А что будет, если мужик не захочет отдать бриллианты? Отрежь ему пальцы. Тупым ножом. Собрались вместе. Если бы они делали то, что я сказал, они все еще были бы живы.
чтобы совершить идеальное преступление. Ты что-то не похож на профессионала, а я действую как профессионал. За то, что мы делаем, нам полагается 10 лет. Но у нас нет выбора. Ты арестован, милый. Харви Кейтон, Тим Рот, Крис Пен, Стив Бушеми, Лоренс Тирни и Майкл Мэдсен в фильме «Бешеные псы». Вот так. Я тебе разрешаю. Фильм Квентина Тарантино. Miramax Films с гордостью представляет одну из самых ярких картин 1994 года, завоевавшую золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Ладно, пора входить в роль. Фильм Квентина Тарантино. С чего вдруг тебя жена босса заинтересовала? Он уезжает на пару дней во Флориду. Попросил заняться ею, пока его не будет. Заняться, в смысле? Да нет, ты чё, выгулять, развлечь, чтобы не скучала. Преданность. Это проверка на вшивость. Я знаю, что мой муж и твой босс Марселос Уоллес приказал тебе выполнять любые мои просьбы. Проверка преданности. Предательство. Перед боем ты можешь почувствовать легкий укол вот тут. Но от гордыни только проблемы и никакого толка. В пятом раунде тебя должны свалить. Преступление. С огнем играешь, смотри, не обожгись. Такие вопросы лучше с помпой решать. Нам угрожает опасность, да? Я этого ублюдка из-под земли достану. Вы не разберетесь в фактах? Я что, сбил тебя с мысли? Пока не посмотрите чтиво. Труп с отстреленной башкой в тачке. Тачка в гараже, показывайте. Ты тоже их ненавидишь? Что именно? Неловкие паузы. Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Харви Кейтель, Тим Рот, Аманда Пламер, Мария де Медейрос, Вин Греймс, Эрик Штольц, Розан Аркетт, Кристофер Уокен и Брюс Уиллис. Чё уставился, друг? Я тебе не друг, шлюха продажная. Сдохните, ублюдки! Фильм режиссера Квентина Тарантино. Криминальное чтиво.